Здесь нужно сделать дисклеймер, выполнено профессионалами, ни в коем случае не повторять. Пришлось открывать от зубами. Силиконовая? Интересно. Я такая, нормально, не так пигментированно, а нанесли и YMAP. А что у меня вываливается? Настроение испорчено? Всем привет, меня зовут Саша, и в сегодняшнем видео я без макияжа, это значит, мы с вами будем тестировать новую косметику. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, а также не забывайте комментировать видео. Плюс у меня есть телеграм, где я также делюсь полезным бьюти-контентом. Я увлажнила губки вот таким бальзамчиком In Cosmetics. Также теперь давайте разбирать мою коробку, что я сюда сложила. Здесь у меня много всего. В качестве тонального наносить также от бренда In Cos у меня давным-давно лежит этот продукт. Называется Concealer Plus Foundation 2-in-1. Это, правда, первый оттенок. Это сам бренд In Cos мне прислал. И я вот не знаю, посмотрим, будет как это у нас на лице. Я его один раз наносила перед тем, как смывать уже макияж, перед тем, как умываться. И знаете, это было поздно вечером, я так посмотрела, прикольно лег. Думаю, ну протестирую видео, посмотрим, что у нас получится. Также мы будем с вами тестировать вот такой вот консилер от бренда Top Face. Он называется Sensitive Mineral 3-in-1 Concealer Corrector Foundation. А что у меня сегодня и фаундейшн, все, и консилер, интересно. Я как-то это не особо изучала, и посмотрите оттенок. Ну, если что, смешаем, ну, я не знаю. Ну, вот консилер-то мне хорошо вроде подходит. Это самый, кстати, темный оттенок, по-моему, четвертый. Здесь 12 миллилитров, обалдеть. Мы с вами будем тестировать пудру, вот такую от Divash True Color. Также будем тестировать скульптор. Скульптор, представляете, не бронзер, от бренда Одри. Хайлайтер от Golden Rose. Я просто так его хотела. Он мне так нравится в этой упаковке. Такой красивый. Просто, мамочка Мия. Здесь три хайлайтера. Вот такие вот они красивые. Я еще вообще ничего не свочила. Также для бровей мы будем использовать продукты от бренда Divash. Карандаш и гель для бровей. Румяна также от Divash. Много чего от Divash на сегодня. Карандаш для губ Vivien Sabo. И также тушь, вот такая гротеск от Vivien Sabo. Много классных продуктов. Я смотрела, изучала, искала самые крутые продукты, чтобы мы с вами сегодня прям конкретно так нашли что-нибудь классное и повеселились. Поэтому давайте начинать с тонального крема. Посмотрим, как начнется наше веселье. Он выглядит вот таким вот образом, то есть прям как консилер, только достаточно большой. Здесь такая большая помпа. In Cos вообще в целом позиционируется как унисекс косметика. Я хотела найти, сколько здесь миллилитров, но, видимо, было на коробке, а я ее давно выкинула. Окей, ладно. Блин, ну светло. Он прям такой жидкий и красненький. Блин, не знаю, я вот вижу, что он мне не подойдет. И, кстати, кисточка очень классную. Я нашла кисть от бренда Top Face 6 для тона. И она очень похожа на кисть от бренда Шик, которую я вам постоянно показывала. Видите, они очень похожи. Он в целом должен подстраиваться под кожу, ну не знаю. Ну в целом, вроде бы... Окей, ладно, давайте попробуем нанести. Он прям должен, судя по описанию, максимально сливаться с вашей кожей и прям быть максимально как вторая кожа, поскольку это унисекс косметика, что и мужчины, и женщины могут этим пользоваться. В целом вся косметика, я считаю, как бы унисекс. Перекрывает, посмотрите, вроде бы и неплохо, но... Блин, красноватый подтон. Я чувствую, что это была ошибка. Наверное, нужно было смешать все-таки это с консилером, либо с тоном... потемней. Ложится он прям правда красиво. Посмотрите, мне прям нравится. Но я действительно боюсь, что это будет слишком дисбаланс с моей шеей, а полностью так светло тонировать я ее не хочу, потому что я, ну, никогда так не делаю. Поэтому я смешаю все-таки с тональным кремом NARS. Вот посмотрите, мой оттенок NARS и оттенок In Cos. Ну это вообще капец какой-то. Поэтому я лучше их смешаю и будем с вами нормально все тестировать, потому что, скорее всего, In Cos в соло я никогда не буду носить. Я буду, скорее всего, это с чем-то размешивать. Но текстурку мы с вами уже посмотрели и оценили. Вот видите, чуть-чуть даже пигмент скрасил моих акне и постакне, но нет, для проблемной кожи вряд ли это подойдет. Я смешиваю, получается вот такая вот текстурка. Тональный крем In Cos, он очень-очень жиденький, и у него прям яркий красный подтон. Кстати, пока расскажу про кисточку. Кисточка от Top Face просто потрясающая. Она синтетическая и настолько удобная форма лапки котика, и я прям вот фанатею всегда от этих форм, потому что
она максимально удобная, то есть можно вот этим краешком куда-то под носик себе залезть, и она максимально удобно наносит, без разводов и без каких-то там проплешин. Короче, мягкая, удобная и еще очень дешевая. Ее-то можно купить рублей за 250 или за 300. Я ее купила чуть дороже, чем 300. Ну вот, сейчас уже куда лучше моя кожа выглядит. Мне уже больше нравится. Тональный крем нанесли, убедились, что Nars один из самых классных тональных кремов. Поэтому НКОС, ну, он просто это не мой формат, не мой оттенок. Вообще, короче, мне он не зашел, если честно, хотя я очень сильно люблю продукты НКОС, мне очень нравится сыворотка их под макияж, который я постоянно ношу, бальзамчик мне очень нравится, но вот этот вот тональный крем, он просто не для моей кожи. Также теперь будем использовать Top Face. Я очень давно хотела познакомиться с этим брендом, у меня никогда не было ничего именно декоративного, вот только кисть я попробовала и все, поэтому я прям в нетерпении посмотреть, что же с этим консилером так или не так. Как он запакован, я не могу его открыть. Как его открыть? Ребят, я очень много силы использую, но мне не получается его открыть. Это что за фигня? Это какой-то капец, у нас с вами обзор не задается. Вы можете видеть на консилере следы моих зубов. Я его открывала минут 10 сейчас. Я и ножом тут подрезала. Я думала, блин, вдруг он вообще как-то не открывается. Я думала, если уж у меня совсем не получится, придется открывать зубами. Пришлось открывать это зубами. Здесь вот такой огромный тоже аппликатор. Я под глазки нанесу прям с аппликатора и попробую посмотреть, как это у нас все будет выглядеть. Кстати... оттенок мне нравится, прям оттенок мой, я в него попала, я не люблю высветляющие консилеры, вернее, я высветляющие консилеры иногда могу под глазки наносить, если у меня есть такое настроение, например, либо могу, чтобы скуловую часть подчеркнуть, нанести консилер, именно светлый, все. Больше я светлые консилеры никуда не использую, я люблю консилер в цвет. Буду распределять кисточкой от бренда Шик. Ну, кстати, хорошенький, неплохо, он прям так все перекрывает. Он достаточно плотненький, но при этом, знаете, я его прям не ощущаю. Но перекрывающая способность, посмотрите, классная у него мне. Он уже нравится, сухость никакую не подчеркивает. У меня сейчас достаточно сухая кожа под глазами, поскольку бензоилпероксид, и у меня он прям очень сильно высушивает кожу под глазами. Хотя я под глаза его, понятное дело, не наношу. Посмотрите, до-после круто. Реально круто и хорошо выглядит под глазками. Я его еще сейчас закреплю новенькой пудрой. Да. Консилер круто, сейчас еще посмотрим, как у нас будет акне-постакне скрывать. И мне нравится оттенок, оттенок прям мне нравится, он с небольшой желтинкой. Как раз таки мне необходимы такие консилеры, которые не с краснинкой, а с желтинкой. Я где-то пальчиком себе помогаю, это вообще не зазорно, так сказать. Кстати, если у вас есть такой консилер, скажите, у вас были какие-то проблемы с открытием или нет? Аромат тут... кстати, мне напоминает аромат чем-то от Revolution консилер, я уже забыла, как он называется, 1000 лет назад у меня был. У него примерно такой же аромат. Ну, он, знаете, не ощущается на лице вообще никак. Теперь буду наносить на мои акне и постакне. Вернее, у меня сейчас остались только постакне. И кожа у меня сейчас выглядит намного лучше. Мне прям нравится. Я уже себе второй кремушек заказала, чтобы он просто лежал на всякий случай. Классный консилер. Он и акне, постакне прям хорошо скрывает. С тоном смешивается. Шелушинки ничего не подчеркивает. Потому что у меня еще вот тут вот, особенно зоны сейчас шелушащиеся. Но понятно, маску нанесла, у меня все в целом сейчас сгладилось, и кожа хорошо была подготовлена, но все равно. Круто, вообще, идеальный тон у меня сегодня получился, и консилер хорошо сработал. Стоил он где-то 400 рублей, я сначала думала, блин, как-то для Top Face, наверное, дороговато, или 500 рублей, ну, короче, примерно вот в таком диапазоне, но я не видела, что здесь 12 миллилитров, а 12 миллилитров это очень много, хватит, ну, примерно там, если вы не так активно пользуетесь консилером, например, только под глаза, то вам его хватит на очень долго. Теперь переходим к пудре. Пудра у меня в этот раз матирующая, вы можете себе представить, не сияющая. Я думаю, блин, у меня мало осталось матирующих пудр, надо попробовать, и давно я никакие не тестировала. Это у меня от бренда Divash, True Color, у нее какие-то там бешеные продажи на Wildberries, я увидела, такая, ну, попробую, тем более я хочу больше знакомиться с брендом Divash, хотя у меня уже почти все есть от бренда Divash. Буду использовать вот такую вот кисточку, и у меня третий оттеночек, ну, в целом он мне подходит. Хорошо набирается, но достаточно пыльно. Достаточно пыльная прям пудра. Я ее немножечко вырабатываю в крышечку.
и с вами будем наносить. Сначала я люблю под глазками все закрепить. Такое ощущение, что правда я выбрала темноватый оттенок, потому что здесь есть некоторый пигмент. Хотя нет, вроде бы норм. Вроде бы норм. Но посмотрите, она прям блюрит кожу. Прям реально блюр эффект. Особенно сейчас у меня, видите, такая явная заметная впадинка под глазом и поры. И посмотрите, то есть как тут теперь выглядит и как здесь выглядит. Шок. Блюр пудра, круто, мне нравится, закрепляет она все хорошо, но я прям не скажу, что вблизи поры как-то либо подчеркнуты, либо сглажены, ну, не знаю, у меня просто очень расширенные поры, хорошая, пудра тоже мне нравится, при этом, видите, она матирует, но естественное сияние все равно остается, но не такое сильное, то есть пудра прям реально матирующая, я, если честно, уже не привыкла к матирующим пудрам, еще побольше возьму кисточку и прям ей еще пройдусь. Чтобы уж наверняка все запечатать и хорошо тональный крем закрепить, чтобы все остальные сухие продукты у нас неплохо так растушевывались. Тем более у нас сегодня будет скульптор, а скульпторами я уже 1000 лет не пользовалась. Но пудра неплохая, то есть она не шелушинки, ничего не подчеркнула под глазами. В целом тоже неплохо легла. И на вот эту мою проблемную зону тоже нормально легла. Мы с вами переходим к вот такому скульптору от бренда Audrey Matte Sculpting. Нет, Matte Contouring Powder Phantom. И это у меня 11-й оттеночек. Я, наверное, возьму кисть мою самую любимую, самую дешевую. Хотя у меня есть и с козы кисть, но мне больше всего нравится кисть Мейзер. Вот такая вот подушечка, она очень мягенькая, поэтому я просто давным-давно скульпторы не тестировала, но думаю, надо, пора, потому что вообще про них ничего не говорю. Ой, он достаточно пыльненький тоже, достаточно пыльненький. Ну, давайте наносить. Слушайте, неплохо, неплохо, поскольку мне очень нравится бронзер от этого бренда Audrey, но там есть такие светоотражающие частички, которые помогают все это растушевывать. Но все-таки продукт достаточно холодный для меня. Он, правда, лег хорошо, вообще без пятен, без каких-то проблем, но оттенок все-таки немножко не мой. Я бы сверху еще даже бронзер бахнула, чтобы скрыть вот эту вот серость, потому что мне это прям какой-то усталости лицу придает. Скулы классные, давайте еще на носик немножко остаточки нанесем, чтобы немножко скульптуру носика сделать. Крутой реально продукт, но вот оттенок, если вы чуть более прохладный любите макияжи, если у вас оттенок кожи более прохладный, то классно, вам подойдет. Мне же, видите, немножко усталости дает. Теперь переходим к румянам. Боже мой, ой, как я давно их хотела уже попробовать. Посмотрите, какая здесь милейшая просто упаковка. Она какая-то прям софт-тач, вообще милость. Румяна компактные, Solo Compact Blush, тон первый. Я не знала, выбрать мне четвертый или первый оттенок, потому что... Кстати, здесь есть зеркало, представляете? Даже нормальное. Вот такой оттенок. Там были четвертые сияющие, которые все считают дюпом на Backstage от Dior. Но я вот как-то захотела все-таки первый, потому что у меня уже 1000 румян именно из таких сияющих ярких розовых, поэтому думаю, ладно, возьму матовые, такие более пыльные, более прохладные, что ли, что такого оттенка у меня нету. Поэтому буду наносить. Сколько здесь у нас грамм? Давайте оценим. 2 грамма. Не густо, абсолютно не густо. 2 грамма это прям даже немножечко скромно, я вам скажу. Они стоили... рублей 350-300, наверное. Ну, прям вот скромно за эти деньги. Да, окей, ладно, будем с вами брать кисточку вот такую вот от бренда Chic 5. И я буду наносить их. Набираются на кисть они. Они прям легко не набираются, я вам скажу. Ну, посмотрим, какая отдача цвета здесь будет. Какие миленькие. Гляньте, это просто какое-то милашество. Очень красивый оттенок. И здесь прям супер легенькая пигментация, поэтому для новичка прям супер. Если румянами сильно не пользовались раньше, но вдруг решили, что круто быть свежулькой-катюлькой, то круто, вам вообще подойдет, потому что, посмотрите, они прям легенькие, с ними невозможно как-то накосячить, напятнить. Классные, хорошенькие румяшки, прям мне нравятся. Румяна реально очень классные. Я сначала, видите, когда они у меня на кисть не очень хорошо набрались, и думаю, будет капец, все,
Ну, посмотрите, прям свежулька, красотулька. И рада, что я выбрала именно матовый, и рада, что выбрала именно этот оттенок, потому что он прям какой-то нереально красивый, мне он прям очень нравится. Единственное, наверное, опять же, если вы никогда не пользовались такими румянами, и в целом не пользовались румянами, то, наверное, все-таки лучше сияющую версию взять. Я думаю, она прям вообще точно будет абсолютно беспроблемной. Ну и упаковка здесь, конечно, очень такая классненькая. Ну и теперь к королю программы переходим. Это, конечно же, хайлайтер. Боже мой, Golden Rose, спасибо вам за такую красоту. Гляньте, давайте их все посвочим, что ли, сначала, потому что я их еще не свочила, и они мне чем-то отдаленно напоминают Dior. Да, реально очень похоже, очень похоже. Посмотрим, конечно, как это на лице будет. Здесь чуть меньше блестки, они чуть более, как это сказать, деликатные, потому что у Dior прям такие блесточки, а здесь такое вот влажное, больше сияние, от того мне хочется быстрее его нанести. Здесь, кстати, зеркало, оно вообще не искажает. Хорошее зеркало, буду дальше в него краситься. Я, наверное, розовенький оттенок нанесу. Достаточно пыльненько. Что? Окей, давайте попытаемся это растушевать быстро. Так, понятно, продукт очень пигментированный, ну да, окей, с этой стороны у меня уже получилось получше. Боже, какой он яркий, влажное сияние, и здесь нету таких прям супер блесток, как у Dior, например, то есть тут прям ровное сияние без каких-то искриночек. Я тут пудрой немножечко подправлю, потому что хайлайтер не ожидала, что будет так сиять. Ну красиво, да, красиво выглядит, неожиданно было максимально сильно, прям... Я в шоке, потому что мы посвочили, я такая, ну, нормально, не так пигментированно, а нанесли, и уайме, просто что происходит. Давайте переходить к бровям. Для бровей у меня два продукта от бренда Dior, и начнем, наверное, с карандаша для бровей. Это у меня второй оттенок, очень красиво все это выглядит. А что он мне вываливается? Что за трэш-обзор у нас сегодня на косметику? Я не понимаю, это что? Это что? Ребят, ну это капец. Я в шоке. У меня просто вывалился карандаш. Окей, я засунула его обратно, но как мне им пользоваться, я понять не могу. Настроение испорчено. Он чуть более мягкий, чем мне обычно нравится. Но он чуть более теплый, чем мне нравится. Я люблю больше такие серенькие карандашики для бровей. А он прям чересчур мягкий. И чересчур ломки, да, он у меня уже изначально сломался. Ну, видно, да, что у меня брови сами по себе холоднее, и я как будто рыжим чем-то рисую. Мне прям их стереть хочется, но ради эксперимента я, конечно, этого делать не буду. Может, надо было просто первый оттенок взять, хотя, я думаю, было бы еще теплее. Окей, нарисованы брови каким-то образом, с божьей помощью. Окей, давайте переходить к следующему продукту Dior. Беру вот такой вот гель, называется он Brow Power Gel Extra Fixation Clear. Окей, посмотрим, что за Extra Fixation ты мне тут устроишь. Тут, кстати, такая странная щетка, она такая прям силиконовая. Интересно. Блин, она такая неприятная. Она прям для чувствительной кожи вообще мимо просто проходите. Ну, кстати, укладывает вроде неплохо. Мне нравится, что этот гель для бровей, он такой более жиденький, и за счет этого не создается вот этой вот пелены какой-то, не создается, как это сказать, комочков никаких. И красиво бровки выглядят такие, прям вот пушистенькие, естественные. Блин, щетка мне прям вот неприятно, знаете, вот проводить это все по моим бровям. Дайте я возьму какую-нибудь свою щетку, ну, потому что это прям, правда, как будто маленькие-маленькие иголочки остаются. Я возьму от Анастасии Беверли Хиллз. Капец, вот посмотрите на мои брови, они такие рыжие. Это какой-то трэш, это прям жесть. У нас сегодня с вами мои любимки, трэш-обзор. Просто то, что не надо покупать никогда. Я в шоке. Мне понравилась формула этого геля для бровей, но мне не нравится щетка. Она жесткая, и тут прям маленькие такие вот какие-то ершинки. Блин, трэш. Ну зачем такое делать? Ну возьмите вы обычную щетку. И все. Зачем что-то выдумывать? Потому что это причиняет мне боль. Давайте самый темный оттенок попробуем в качестве теней хайлайтера.
Ну, как обычно с этим ложится, то есть сияшка такая, ну вот без, не как спаркл ложится, просто как сияшка. Ладно, давайте перейдем к туши, это у меня тушь от бренда Vivien Sabo Grotesque, именно такая вот фиолетово-синяя, там вообще три, по-моему, туши в линейке. И ты что ли открываться не хочешь, что сегодня за день? Здесь вот такая щеточка, она мне напоминает Кабаре, ну Кабаре она чуть более овальная, этот прям прямая, такие маленькие-маленькие щеточки. Давайте будем красить ресницы, я не буду их подкручивать, ничего не буду делать. А что у нас вообще делает эта тушь? Она должна сделать объем и разделить ресницы. Ну, вот в первый слой, вот так получается, я еще сама не посмотрела на прямых глазах. Ну, в целом, неплохо. В целом, неплохо, она действительно разделяет. Ну, прям супер объем, я пока еще не вижу. Но там, опять же, на Wildberries столько отзывов хороших на эту тушь. Покупайте, это вообще, там заказов чуть ли не 100 тысяч, по-моему, на эту тушь. Давайте с вами немножечко забьем губы тональником и перейдем к карандашу для губ. Видите, я прям вообще ноль эмоций. Ну, я прям злая, я прям злая. Конечно, мои ожидания, мои проблемы, но чтобы настолько ни одного клевого, ну как, есть, конечно, клевый продукт, но что прям настолько не очень, я не ожидала. Короче, берем вот такой карандаш от Vivien Sabo, тоже многие его любят, называется Volume. Это у меня второй оттенок, давайте его посвочим. Я думала, он будет прохладней. Ну ладно, я наношу на губы, мне вроде нравится оттенок. Но он опять же теплее, чем я ожидала, намного. Хотя это самый популярный, по-моему, оттенок. Я просто смотрела на Wildberries специально, какие чаще всего заказывают карандашики. И вот его чаще всего заказывали, думаю, дай-ка попробую. Но мне он понравился. Правда, такой неплохой карандашик. Видите, он и в соло неплохо выглядит. Надо его так получше растушевать. И ощущается прям достаточно комфортно на губах. Вот такой у нас с вами макияж получился. Вот такой обзор получил. О, кстати, он очень стойкий. Я его даже салфеткой стереть не могу. Ну да, карандаш спасает ситуацию. Давайте переходить к выводам. Что поделать? Что у нас как сегодня получается? Ну, что протестировали, то протестировали, как говорится, не знаю. Давайте будем обсуждать по порядку нанесения продуктов на лицо. И первое, это вот такой вот инкос. Я думаю, он подойдет для того, у кого прям супер холодный подтон, красноватый. И если вы прям с идеальной кожей, вам нужно просто выровнять тон, какую-то там красноту легкую убрать, но это прям мимо меня абсолютно продукт. Далее консилер. Вот консилер мне прям очень понравился. Это прям, наверное, сегодня топовый продукт, потому что он и скрыл все прекрасно, он и с кожей прям смешался хорошо, и под глазками лежит хорошо. Вот я сейчас даже проверю, хотя я только ресницы красила и все смотрела. Он прям хорошо лежит, мне прям он нравится. Классный консилер, еще и за 12 мл, это прям вот зачет. Прям вот один из классных продуктов. Я вот буду в одну сторону ставить классный, в другую не классный. Пудра тоже достаточно неплохая. Вот пудра тоже неплохая. Нужно ее еще протестировать. Она хорошо легла, шелушинки не подчеркнула. Выглядит она тоже прям хорошо и закрепила тоже неплохо макияж. Поставлю ее к топ-фейсу. Далее мы с вами наносили скульптор. Скульптор мне не понравился оттенок, но формула у него реально классная. То есть, видите, он прям хорошо выглядит, но оттенок вообще мимо меня, он не мой, хотя в глазки он хорошо лег, под глазами мне прям нравится, как он лег. Далее мы с вами наносили румяна, румяна это тоже вот на уровне топ-фейс, как мне понравилось, очень хороший оттенок. Здесь такая слабенькая пигментация, что позволяет вообще не пятнить продукту, и он прям освежает, он дает такую свежулькую эффект, поэтому мне нравятся эти румяна, их прям вот в топ. Далее мы с вами наносили хайлайтер, и хайлайтер тоже достаточно неплохо, красиво лежит. Я пока сомневаюсь по поводу вот этой пигментации, знаете, его слишком яркой. Он какие-то полоски вот здесь вот может оставлять, и то есть он может прям выдавать себя. Ну хотя вот я сейчас смотрю, особо вроде бы нормально, но видно, что все равно есть какая-то полоска вроде. Но мне кажется, вот здесь из-за того, что я прям бахнула много, потому что с этой стороны я вроде бы ничего такого не вижу. Поэтому нужно прям еще немножко с ним мне как-то подружиться, посмотреть на него, но я все-таки положу его ближе к топ-фейсу. Далее мы с вами использовали продукты для бровей. Карандаш это трэш, это оттенок, это то, что он сломался.
Хотя красивая здесь упаковка, но упаковка тут вообще не спасает ситуацию, потому что, ну что за фигня, у меня вывалился карандаш, я его ни разу не использовала, он тупо вывалился. Что за слишком рыжий оттенок? Это у меня причем теплые достаточно волосы, вы видите, у меня достаточно такие реально теплые волосы, но какого фига, вот извините, я не могу по-другому выражаться, я прям злюсь. А когда я злюсь, знаете, мне лучше выпустить эти эмоции, потому что я ненавижу копить какие-то сильные эмоции. Brow Definer Slim Pencil. И он еще слишком мягкий для меня. Короче, это аутсайдер. Прям. Также, наверное, аутсайдер и диваж. И хотя мне понравилась формула. Он, кстати, даже хорошо-то он прям очень хорошо склеил бровки. Но какого фига, извините меня, вы делаете такую острую просто щетку. Но она прям неприятная. Просто если чувствительная кожа, то вы просто с красными бровями будете ходить. Ну нафига вам это надо? Далее переходим к туши. Тушь в целом неплохая. То есть, ну у меня нету, знаете, эффекта вау. Я ожидала от нее какой-то супер вау эффект. Ну вот прям объема я не вижу. Да, я вижу разделение, даже чуть-чуть подкрученные реснички. Но я думаю, туши этой нужно еще подраскраситься. Потому что я ненавижу вот так вот всегда туши оценивать от первого раза. Потому что мне их всегда нужно раскрасить. Потому что вот я отрад плевалась, а потом вот я ее сейчас очень сильно обожаю. Поэтому пока я не буду ее судить. Потому что вот все туши, которые я использую, мне всегда нужно раскрасить. Поэтому я пока никакое мнение о ней не скажу. Потом, когда протестирую полноценно, уже расскажу о ней. Карандашик мне очень понравился. Он еще прям какой-то супер стойкий. Я, скорее всего, прям в соло не буду его носить. Я его буду носить либо с помадой и Influence Beauty в третьем оттенке, либо с Chic 02 оттенке, не помада, а именно блеск для губ. Вот для этого, этих целей, я думаю, он прям будет фантастический, он еще такой стойкий. Ну и вот такой у нас с вами противоречивый обзор получился. Я думала, я сейчас подниму вам настроение, мы с вами тут повеселимся, как-то пошутим, но мне настолько злостно, блин, из этих бровей дурацких, не знаю, я просто, видите, я такая, диваж, классный бренд, диваж, круто, вау, и бац, вы мне такие продукты для бровей даете. Неожиданно и неприятно. В итоге, и топ-3 на сегодня, это 100% консилер, вот к нему нет вопросов, вообще нет вопросов к румянам, они прям классные. И что еще, хайлайтер прикольный и прикольная пудра, все остальное, к сожалению, нет. Ну и тушь, опять же, мы ее сейчас не берем в учет, мне нужно ее еще потестировать. Ну вот и все, вот такой у нас обзор сегодня получился, не очень позитивный, хотя я стараюсь нести только позитивный контент, но такое бывает, я, знаете, не ожидала, но и такое тоже важно. Вы теперь знаете, какие продукты ни в коем случае не нужно покупать, ни при каких вообще обстоятельствах, хотя, возможно, вдруг вам нравится этот карандаш, диваж, и скульптор, и тон, и гель для бровей, возможно, вы ими пользуетесь. Не обижайтесь на меня, это мое личное мнение. Надеюсь, вы также нашли для себя продукты, которые, например, захотели протестировать. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо, что смотрели мое видео до конца. Не забывайте подписываться и комментировать это видео. Пока!